это вон. Это света. Угу. Что там такое? Это. Вот, покажи, не надо. О, видно. Не надо. Ты зажил. Так, она вертится? Так, уже закрутила, она уже больше не вертится. Видишь? И это тоже там. Раз, прикольно. Уровень поверхности, чтобы ровно было. В середину, если установить, попытаться. Вон, множественные сигналы. Один, но непонятно что. Да? Лобочка. Это лобочка. Покажи-ка. Какая-то... А, это... Это ж козырек. Это ж самое замечательное изделие вообще. Я не знаю, это железяка, блин, взорвал. Ржавый что-то за ней зацепился-то. Уже нету ничего. Размолотил ее. В труху. Слушай, она классная, как будто что-то может покрыто чем-то. Угу. Это вон стержень его. Да, могу. Это классно. Слушай, только мне не надо пока. Заступ глупо застучала крышку кованого сундука. Только как папа и... Целый патрон немецкий, винтовочный. О, целый. Винтовочный. Давай, это по-моему, сблизи. Видел, поэтому так, что и железо покажем. Есть. Так, не стреляет. Немецкий. Да. Поэтому вот это звенело так, что я начал копать. Что-то такое, там звон был, как покрытие чего-то. Да, чем-то. Как-то странно, оно вроде бы ржавое, с другой стороны не ржавое. Нет, кто? Гильза? Гильза местная. Смотрите, на погоду смотреть надо. Те, которые там 36-37 года, они вообще там галимый этот самый цвет меди. Потом уже начали мешать чуть-чуть. 37-й. Вот они звонкие, чистая медь. А потом начали мешать, когда началась. А наши, чем дальше, тем вообще... А непонятно, почему она так окисляется? Медь же не должна окисляться. Она какая-то как не должна, тоже должна. Корродирует, тоже как-то странно. Когда удобрение поливают, Андрюш. Похоже на пробку на лодочку. Ну, на дороге пробочка-то завсегда лодочная должна лежать. Думаешь? А как же? А без этого уж ехать тяжко. Лошади. Лошадь пошла поперек борозды. Выговорила уже. Она? Непонятно что. О, персональная штука. И не. Ух ты. Ух ты. Удобная штука. Ишь ты, блин. Это фольга.
беру вот так, либо фольга, либо серебро. Не рванет, нет? Ложись. Сейчас там мама что-нибудь выковырит. О! Сегодня что наковыряли, то ли значит от подсвечника, то ли от ручки дверной, судя по весу, ну, похоже на свинец, но не свинец, наверное, оловянная, вот такая вот тут цветок такой оловянный, здесь видимо шуруп закручивался, может быть на стену вешалось. Так, некое медное изделие. Было много немецких гильз. Возможно, контакт какой-то электрический, медный. Вот такая оригинальная штука вместе с вставной обоймой. Гильза – это зарядная планка. Немецкая все тоже, да. Ну вот обмененные гильзы, в основном 34-37 года выпуска. Нестрельный один патрон. Целый капсуль. И вот такая штука тоже очень загадочная какая-то. Тоже нестрельный. Пули нету. И почему-то отверстие. Отверстие явно от шила квадратного. Может быть, просто высыпали порох. Не знаю, с какой целью. 34-й год. Тридцать седьмой год. Вот такие находки. Не густо, конечно. Спасибо за внимание.